Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Деревенские будни. Ну вот я наконец снимаю на новую экшн-камеру. Так сказать, тест-драйв сейчас проходим. Я понимаю, что со звуком сейчас на этой камере не очень, потому что на всех экшн-камерах с звуком проблемы, так как у них микрофончик, он утоплен глубоко в эту маленькую коробочку на самом дне, и звук получается глухой такой, как в банку говоришь. Ну вот, поэтому сейчас вы можете оценить, насколько качество звука хорошее. Ну, начался новый день со своими хлопотами и заботами. Сейчас снова варю картошку. Погода сегодня у нас нормальная такая, отличная погодка. Легкий снежок валит. Ну, зима уже наступила, все. Теперь можно сказать смело, что мы уже зимуем. Ветерок такой дует, не знаю сейчас, как микрофоны ловят ветер или не ловят. Я вроде туда немножко поролончику положил, чтобы хоть какое-то ветроподавление такое было, ветрозащита такая. Но не знаю, как это сейчас реально работает. Потом проверим уже, когда буду монтировать видео. Ну что сказать такого интересного? Пока ничего интересного не скажу, жизнь продолжается. Ну вот сегодня хочу курочек пересадить туда уже, к козам, поросятам, несколько штук, потому что, ну, старые, которые у нас старые там были, да не были, они есть сейчас, 7 штучек стареньких. И вот хочу их пересадить уже к тем животным, козам и поросятам, пусть там поживут, потому что они уже все выросли, места им здесь уже маловато становится, потому что живут с молодками вместе, молодки уже тоже подросли. Вот, а так как места маловато, естественно, и ценоскости нет, тесно им, и приходится как-то с помещением, так сказать, играть. Одних сюда, других туда, вот так вот пока исходим из положения, ну, исходим из того, что имеем, так сказать. Вот. Ну, а сегодня, в принципе, все. Борьба со снегом, кормление скота. Зимой работа, она вот именно вот такая и есть сейчас. Именно вот снег чистишь, да, навоз убираешь, скота кормишь. Индюки уже, кстати, созрели, уже самочки начинают, ну, так сказать, под индюков вставать уже. Я буквально на днях заметил, смотрю, одна самка лежит на полу, сидит прямо. Я думаю, ну что, обездожила, что ли, села. И потом только до меня дошло, индюк-то около нее ходит, и... Смотрю, уже начинаются уже такие брачные игры у них. Ну, думаю, все понятно. Вроде бы уже не первый год индюков держим, а некоторые моменты забываются. И вот приходится снова вспоминать. Снова они нам напоминают, индюшки, как и что. Вчера, кстати, к нам приезжала профессиональный фотограф, так как нам дали такой сертификат. Нам пришел фотограф, молодая девушка, очень хорошо фотографирует, у нее хорошие камеры, такие зеркалки. И вот она провела нам фотосессию вчера дома, фотографировала нас и на улице у елочек, там он на заднем плане двора фотографировала. Ну, коли возможность есть, ну, почему бы не воспользоваться? Поэтому мы и воспользовались таким случаем. Ну, а там посмотрим. Сейчас она их обработает. И уже потом нам скинет их в компьютер. Или почтой отправит. Не знаю, как это все будет, конечно. В общем, замечательно. Все хорошо. Слава Богу за таких людей. Цесарок сегодня на улицу выпустил. Он гуляет здесь. Сарки. Такие птицы интересные. Вот им зерно насыпаешь и рядом снег ставишь. Они... Не чтобы зерно, и так они на снег налетают, короче, весь снег съедают, потом уже зерно едят. Я не знаю, почему они такие, вон сейчас даже ходят, снег клюют. Ну вот, друзья, вот такой небольшой видеоролик, это, так сказать, тестирование такое проходит сейчас, тестирование камеры. Ну и я не все еще изучил, где и что и как.
Конечно, хорошо бы на этой камере поменять микрофончик. Обычно все меняют микрофончики, более мощный такой ставят, чтобы звук был более ярче, более такой высоких частот немножко побольше, чтобы он такой, ну, нормально было слышимость. Ну, у меня толку нет, с электроникой я не дружу. Это, наверное, на уровне первого класса я еще могу с электроникой как-то разбираться. Да и когда разбираешь эту камерку, там очень сложно, боишься, как бы там все не сломать, все не порвать там. Поэтому я не лезу туда. Поэтому не знаю, пока исхожу из того, что есть, попробую в видеоредакторе добавить усиление голоса. Может быть, тогда немножко получше будет. Вот, ну, если, допустим, исполнять песни под на этот микрофон, то это уже качество будет плохое, это уже не то будет звучание, и качество звука уже, конечно, не то. Поэтому если где-то у меня будут звучать песни, ну вот, если кто следит за новостями, знает, что у нас на канале есть плейлист, где мы с семьей исполняем песни, также где я исполняю песни под гитару. Вот, поэтому если вам интересно, можете зайти в плейлист и посмотреть. Плейлист так и называется «Песни для души». Там все ролики, где мы просто исполняем песни. Ну, поем, короче, по-другому. Вот. Поэтому, не знаю, со звуком будем, конечно, работать. Хотелось бы, чтобы качество звучания было лучше. Ну, вот, не знаю, заказал на AliExpress микрофон-петличку. Когда он придет, неизвестно. Вот, ну, посмотрим. Ну, не знаю, насколько еще, какого качества он еще. Ну и будем пробовать отдельно записывать звук и отдельно записывать видео. А потом это все сводить. Посмотрим, как это получится. Ну, вот такое, друзья. Может быть, кому-то это неинтересное видео. Ну, опять же повторюсь, что это такое тестирование камеры. Будем пробовать, изучать, практиковать, так сказать. Поэтому строго не судите. Следующие видео, я думаю, будут более интересные. Ну, а зимой, в принципе, даже вот снимать-то я не знаю. Вот работа-то, я как бы опять же говорю, работы-то нет. Все такое однообразное. Да и не знаю, интересно ли кому-то смотреть вот эту вот однообразную работу. Но тем не менее, мы все равно будем снимать. Будем находить какие-нибудь сюжеты интересные. Ну ладно, друзья, на этом я заканчиваю свой такой вот такую вот видеоболталку, так сказать. Берегите себя, своих близких. Пусть Бог благословит каждого из вас. Спасибо, что вы с нами, что смотрите наш канал. Ну и всем добра и здоровья. До следующих встреч в следующем видео. До свидания.